без газа. Именно наш ТОС «Озерный», аэродромная. Все жители возмущены, что вот этого до сих пор у нас нет газификации. Деньги к нам не поступают. Еще намерены нас носить. Вот недавно мы собирали подписи. Жители все против того, чтобы сноса, что вроде как задымляется город Бирск. Но проведите нам газ, не будет дыма, и будут люди все довольны. Так, подождите, да. Давайте, секунду, давайте сделаем так. Угу. Вообще, так сказать, еще раз повторю по понятию публичной службы. Это не круглый стол.